до конца не понимал своей ответственности перед самим собой, перед слушателем. Мы тебя любим, Максим! Ты сегодня нехорошо. Приколи, чувак, это твое. Чего начинается весь концерт? Это полный такой ZTM, но уже звук идет. Это главный слоган «Танцуй в моей голове». Поэтому это копия моего черепа. Череп добрый, с улыбочкой. Он меня устроил. Это был эпик фейл от Макса Барски. Уже пару раз поругались с Максом. Ты должен затянуть паузу, это очень важно. Ты просил шоу. Может, ты к нему не готов? Самое главное помнить, что я хотел сказать людям. Как бы плохо не было, что бы ни происходило в жизни, ты всегда можешь найти выход. Это ты сейчас для фильма говоришь? Нет. Думаю, что дальше стадион. Кто мог подумать, что спустя столько лет моя мечта осуществится. Я буду здесь. Все готовится. Скоро это все будет в действии и наполнено людьми. Калининград впервые 10-тысячный зал, палат спорта, самый большой у нас. И sold out. Все придут посмотреть на меня. То есть он раздвигается и там опускается? Это платформа, которая есть. Понял? Вот она опускается. Да. Там экран, видишь? Да. Вот эта вся штука, она я перед экраном, получается, сижу. Да, и ты вжжж. А все это там будет. Там узенькая очень наверху. Нет, там вот это все. То есть, получается, у меня между ног будет овраг. Ты же ничего не боишься. Ну, я-то не боюсь. Высажал, обидно будет. Столько людей потратил свои деньги на билет. С первой песни. Гораздо меньше, чем это за плечами такая команда людей. Это ты сейчас для фильма говоришь? Сейчас Максим, а Коля еще не прорвался. Но когда выйдет Коля наружу... О, Колян появляется. Когда стало такого? Быстро, сука! Надо успеть! О, Коля появляется. Когда тебе будет 30, мы сделаем тур, который будет называться Коля. Колян. Или Николай. В общем, спартанский успех реально, да? Туда можно звать? Да. О, насколько любой полезли. Куда? А, давай я спрошу только. Можно, только очень осторожно. И семь. И. Конечно, самая проблемная пока песня. Вроде все остальное знаю. Все, пока. Вы все уезжаете? Алан, ты тоже уезжаешь? Да. В смысле? А ну подожди. В смысле? Все? Все, да. Давай, репетируй, а дорогой. Ты мысли, а меня ты, ты во власти этих девушек и Дениса. Ты в моей власти. Медленно падают часы, ходят вокруг меня печать, и снова в душе моей живет февраль.
становится понятно, вся картинка по пазлам складывается воедино. Весь концепт нашего концерта, главный слоган «Танцуй в моей голове». Поэтому это копия моего черепа 9-метрового. А на вторых будем опускаться. Ну, это некая творческая лоботомия Макса, то есть так как Максим создает каждую песню сам, от звуков до текстов, то мне хотелось подчеркнуть, что этот концерт, он вылетел отсюда, да, то есть из его мыслей, из его головы. В концерте есть и грустные песни, и медленные, и быстрые, и такие. Это все мысли Барских, это мы в гостях в его сумасшедшем доме. Но он добрый, видите? Череп добрый, с улыбочкой. Где-то в Америке это бы решалось с помощью очень сложных шестеренок. А здесь люди, люди делают... Все. Отлично. Вот эта маленькая петля, которая есть, она отпадет. Черные носки? А можно без носков? Нет. А белые можно? Есть белые, уже для тебя купленные, как ты любишь. Для меня или балет? Три пары белых носков, четыре полотенца с полосочкой. Все как правило. Когда ты будешь в черепе, ты должен понимать, что, смотри, только вы вас подняли, то ты спрыгиваешь вперед. Это даже твой дублер спрыгивал. Дракон! Микрофон. Сейчас, котик, сейчас несут. Этот дракон должен... У тебя, конечно, пи***ц, какой-то стресс, это шоу лучше не нужно переходить на сцену, переживаться с людьми. Все будет хорошо, честно. Я не знаю. Сейчас мы с тобой... Мне самое главное нужно, чтобы людей зарядить. Я не хочу, чтобы все увидели а в итоге ушли домой, типа, что все закончилось, а что ничего не получилось. У меня пушка раздражает, которая светит на меня. Она мне не дает включиться в энергию концерта. Я понимаю, это все для камер, для всего. Нет, сейчас, поверь, у нас такой контрастный свет. Он, эти пушки, они все разрушают даже. Нет, ты не понимаешь. Ты понимаешь, это не как в маленьком клубе, Макс. Я понимаю. Ты уже вырос. Я уже по маленьким клубам не работаю, между прочим. Меня осиливает. Хорошо. Он меня устраивал. Массажист. Саша, борщик можешь принести, пожалуйста? Послушай, мне бы хотелось, чтобы каждый электрик на сцене почувствовал, что это твое шоу. И чтобы он почувствовал себя частью команды. Как-то эти два дня ты, видимо, настолько расконцентрирован внутри себя и труда, что как будто бы артист еще и не появлялся. Я знаю, как где он запрятался где-то там вдалеке, внутри, делает так. Нет, пожалуйста, я не хочу это делать. Но все будет же. Он выйдет? Выйдет, наверное. Он выйдет, и должны пойти бесы. Частью этого шоу. Все произошло так быстро, что я даже не успел осознать, что я иду туда-сюда, люди поют, люди танцуют. Спасибо за вашу энергию.